Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте победителя четвертого пирата, и сегодня у нас будет награждение этого аккаунта. Давайте посмотрим на аккаунт. Как видите, силы у него не особо много, всего лишь 54 тысячи. Так, гильдии не вижу. В гильдии не состоит. Аккаунт донатный. Теперь у него есть Минотавр, с чем его поздравляем. Донаты 150 тысяч. Так, отлично. Интересно, что у него вообще уже пройдено. Ничего себе, АФ затащила Джей. Красавчик. А по подземкам что? Ну, кошмарки, пятый начал фармить. Да, даже 5-10. Так, ну что. Были условия, мы должны были купить талант. Ну, я посидел, посмотрел. И все-таки решил немножко другое ему купить. Давайте сейчас посмотрим его аккаунт. Ну, у него тут особо смотреть-то в принципе нечего. Тыковка вот такая вот с исцелением будет топовая. Благодаря этому, наверное, так фармит быстро. Так, череп хорош. Хранитель. Понятно, Рино без талантика. Шапка есть. Смерть. Тесса. Купидон некачанный еще даже. Дрейк. Триант. Так, Гаргул. Ну, как видите, героев здесь тоже не особо много есть. Теперь у него еще есть и Минотавр. Берс выпал. Так. Минотавр теперь есть. Ну, тут особо ничего такого, к сожалению, нет. Даже героев не особо много. Так, хорошо. Давайте позабираем донатные акции. Так, у нас есть 8 попыток. 10 камней. Кулаки. Воодушевление, исцеление. Профессор Рибит за 180. Это, конечно, жесть. Поехали. Так. Сумка питомцев. Еще одна второго уровня. Слизни. Что-то питомцы одни падают. Так, камень аугментации, но уже получше. Так, еще два камешка забираем. Один как кулаков. Так, отлично. Книг у него много. Ну что, сегодня у него будет еще один герой, это будет Анубис. Вот такие вот у нас топовые плюшечки есть. Сейчас мы еще их потратим. Или уже не потратим. Хотя, в принципе. А, ну нам их дало туда. Странно. В принципе, за покупку давали. Так, отлично, вот такие вот у нас сегодня акции были, и в принципе я решил ему собрать Анубиса, я думаю, это для его аккаунта будет очень нужный герой. Давайте сейчас его откроем. А вот смотрите, монетка события. А, их надо еще использовать, вот так вот. Вот и Анубаста. Давайте откроем топовые сундучки. Так, смены чар. Коробочка, отлично. 5К кулаков вообще прет, блин, руны. Еще бы 7 руны вытащить. Вообще был бы огонь. Значки почета на прокачку. Вот есть 7 руны, отлично. Еще 6. Ну, поехали. Бог войны. А, сука, стойкость дала. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так. Хорошо, поехали в события еще. 8 попыток у нас есть.
Так, ну что-то дает, конечно, печальненько все. Осколки. Книги никому не нужные. Карта героя. Блин, я уже думал, сейчас железная воля вообще будет огонь. Так, и последняя попытка. Ну, такое себе. Так, забираем еще отсюда награды. Еще 10 таких камней. Отлично. Получить все. Так. Хорошо. Собираем за осколочки Анубиса. Чем его и поздравляем. Получил и Минотавра, и Анубиса. Я считаю это более чем прилично. Так, окей. 4 сета у него живы есть. Тоже, в принципе, неплохо. Для его аккаунта очень нужны будут. Так, ну питомцев. Давайте этих откроем. Так. Карта героя. Давайте эту карту откроем. Друид. Так, ну-ка, повторочка надо. Укротитель. Ну, такое себе Дед Мороз. Ну, более-менее. Еще Дед Мороз, еще Дед Мороз. И Варлок. Так, а ну-ка смотрим. Варлок. Дед Мороз есть, а вот Варлока я вроде как бы и не вижу. Да, нету Варлока. Еще один недостающий. Отличненько. Супер. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Откроем еще Варлока сюда. Так, использовать, окей. Так, отлично. С этим мы справились. Так вот, ребята, играйте в акции. Возможно, и вам повезет. Это, конечно, рандом. Все не могут быть победителями, но некоторым везет больше, чем остальным. Так, четвертый ожог. Отлично. А что там у нас сегодня еще по акциях, если будем сейчас открывать? Так, открой сундук. Бинго. Давайте в бинго зайдем, посмотрим. Сет Бастиона 95 уровня. Ну, была ремочка, была поярче как-то. Бастион-то не особо актуален. Так. Все, у нас не хватает. Не понял. Охуеть. Ребята, это просто пиздец. Ну, вы обязаны просто поставить лайк. Я, честно говоря, охуел. Фрея, пиздец. Вот это так повезло пацану. Охренеть. А штампы мы просрали из-за времени. Похрен эти штампы, блядь, Фрейю получили. Я в ахуе. Вот это мне, конечно, на них везет. Так. Бля, жесть просто. Так, у нас и тут еще есть. Сейчас пойдем по-любому забираем эти акции и будем ролить таланты, потому что такие герои, бля, без талантов это печалька. Ну, это просто жесть. Поздравляю. Ну, как обычно, я начитерил через админ-панельку. Все прописал, что надо. Так, 300 самиков. Офигеть. Минотавр, Анубис. Еще и Фрейю достал. Это просто жесть.
Вот это тогда. Вот это топ-контент. Сколько плюшек. Сейчас еще талантики надо нормальные наролить. И вообще будет огонь. Так, отлично. Забираем. Ну, у нас есть почти 24 тысячи самок. Нормально так аккаунт подняли. Блин, Фрея, офигеть. Просто офигеть. Конечно, использовать, открыть. Окей. Так. Ну, с чем она? Бля, я прикидываю, грубая сила 5-5. Это был бы вообще полный трэш. Так, отлично. Ну что, поехали. Давайте будем на Фрейе. Надеюсь, она везущая у нас будет. Так, стойкость. Стойкость у нас стоит на смене. Хронсы живые. Такой талантик, который, конечно, не всем подойдет. Давайте пока Фрейе поставим. Все равно сменим, если что-то толковое выпадет. Так, гнев ставим сюда пока. Бог войны. Бастион, Ремка. Так, надо топовые таланты. Так, Анубис. Это на Минотавра сейчас поставим. Давайте на Миносе паролем. Так, 3-5. Четыре, восемь. Давайте Варлоку поставим. Блин, смотрите, как падает. Заменить. Просто жесть. Так, ну где? Где пятерки? Ёпта. Да, что-то с пятерками, конечно, у нас печально. Смотрю, просветы друг за другом падают. Блин, ярость небес. Ну, такое себе. Снова говоря, его можно лепить кому-то дупу. Так, кто у него тут есть такое? Жесть, короче. Я, честно говоря, в шоке. Я уже полусонный, но я в шоке. Так, блин. Не, херня какая-то получается. Рулим, короче, на Фрейе все. 5-5 корка. Блин. Дрина грубая, живо. Череп корка. Так, у нас тут еще шапка есть. На Рину не хочу, вот поставим на Хрона. Так, тяжелый. Это более полезно будет. Так, бог войны. Да блин, сука, стойкость опять выпала. Ну что ты сделаешь-то, а? Конечно, выбор героев не особо богатый, но уже такие топовые герои есть. Давайте Гроу поставим пока на первое время. Так, ну что-то мы с талантами просрались, ну, бля, учитывая то, что мы получили на этом аккаунте. Это все, ребята, херня полная. 4. Ну, блин, Фрейя со стойкостью, она ни о чем. Ставим вот так. Рано или поздно придет ему это талантик. Так, еще стойкость, нахрен. Эта сучка не прет.
Тяжелый удар. Блять, просветы падают просто жестко. Блять, троллинг какой-то по-любому. Ну, так вот, ребята. Вот так вот мы просрали все самоцветы. Толком бог грома у нас сегодня есть. Ничего себе, можно получить огнекрыло, исцеление. Ничего себе. Да ты что? Правда, ну нахрен никому не надо. Тут такой шанс. Ну, ударим бесплатно. Прикиньте, сейчас такой огнекрыл. Так, что тут падает? Ну, такое себе. В общем, ничего интересного нету сегодня. Вот так вот, ребята, пишите комменты, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, можете сделать репостик, участвуйте в акциях, которые будут в описании под видосом. Ну, все, поздравляю его, в принципе. Просто мега удачно мы ему сегодня все достали. Рад за него. Все, всем пока.